Здравствуйте. Снимаю обещанное продолжение видео о реанимации двух хомидарей, которые я привез домой из офиса. Вот так вот они сейчас выглядят. Зелень уже более зеленая, потому что до этого она была желто-прозрачная. Где-то дает новые листики, где-то еще листики, конечно, выглядят не очень. Зачем я сейчас снимаю это видео? Потому что я хочу пересадить эти две хомидареи в горшочки чуть больше, так как даже на северном окне с подсветкой очень быстро пересыхает грунт и приходится очень часто поливать эти пальмочки. Так что саму пересадку я показывать не буду, так как пересадка будет просто обычной перевалкой в чуть больший горшок. Пальмы не очень любят вторжение в корневую систему, особенно хомидареи, особенно которые сейчас восстанавливают свое здоровье. Так что во второй части сейчас вам покажу результат. А вот этих двух малышек я пересажу из этих горшочков вот в эти. Так что вот такой вот у меня обмен горшков в доме. А вот и красавицы пальмы после пересадки. Грунт использовал, как всегда, самый обычный садовый с добавлением цеолита. Сейчас я их пролил вот на таком подносике. Через 15 минут поставлю их на свое место на окошке, на подоконнике. А те горшочки, в которых были вот эти малышки хомидареи, я туда посажу папоротник, который выращен из усика. Тоже есть в моих видео. Спасибо за внимание. Удачи!